Apple попал в элитный клуб. Рыночная капитализация самой дорогой в мире корпорации вплотную подошла к отметке в полтриллиона долларов. Всего три технологические компании в истории США в свое время достигали этого пика – Cisco, Microsoft и Intel. Акции Apple подскочили, когда компания объявила о сроках выхода новой версии планшетника iPad. Между тем, рыночная стоимость Apple выросла почти на 100 миллиардов долларов всего за 40 дней.